Я снова приветствую вас. В прошлой серии мы узнали о пандемии рака. Мы узнали об истории современной медицины, мы узнали о неэффективности химиотерапии, облучения и хирургии в лечении рака. Также мы узнали о том, что экологические токсины ослабляют нашу иммунную систему. Сегодня мы узнаем еще больше об иммунной системе, об этой нашей внутренней армии, которую мы можем мобилизовать для победы над раком. Мы узнаем об основных факторах, которые ослабляют нашу иммунную систему, и главный из которых — сахар. Мы узнаем о том, как стимулировать нашу иммунную систему и как усилить ее ответ, чтобы она работала как положено. Давайте приступим. Вы сказали, что раскроете нам некоторые тайны. Расскажите нам об иммунной системе. Действительно ли иммунная система является настолько важной, что это нужно разъяснять людям, для того, чтобы они понимали, как они могут контролировать факторы, влияющие на иммунную систему, и которые впоследствии могут привести к раку? Потому что, если я правильно понимаю, иммунная система является нашей первой линией защиты. А со здоровой иммунной системой, которая функционирует как положено, очень трудно заболеть раком. Как я обычно говорю, наша иммунная система — это единственное, что стоит между вами и любой гадостью внутри вас, на вас и вокруг вас, и которая воздействует на вас все время, включая рак. Особенность проблемы рака в том, что он не подобен той ситуации, когда у вас, например, порез на коже, или когда вместе с занозой в рану вам попала грязь, или вы выпили испорченное молоко с микробами, или съели салат в баре, который был приготовлен кем-то, кто не помыл руки после туалета, и таким образом вы получили кишечную бактерию. Для иммунной системы очень сложно найти и распознать раковые клетки. В действительности существует лишь небольшое количество клеток иммунной системы, которые могут справиться с этой задачей — распознавать предраковые и раковые клетки. Большинство иммунных клеток в нашем организме известны как нейтрофилы. Когда вы делаете анализ крови, стандартный анализ крови, то обычно он показывает от 50 до 70% нейтрофилов от всей армии иммунной системы, которая в основном и является белыми кровяными клетками. Но они не могут распознать раковые клетки даже в самый лучший день. Большинство клеток иммунной системы не может распознать рак. Но существуют немногочисленные клетки иммунной системы, так называемые естественные клетки-киллеры, которые постоянно просматривают все клетки нашего организма на предмет наличия специальной метки или, образно говоря, смайлика. Есть смайлик, значит, клетка здоровая. Так, эта клетка не имеет смайлик, бам, и клетка уничтожается. Такова работа естественных клеток-киллеров. Если нет метки, значит, внутри клетки может быть вирус, или эта клетка может мутировать. Она может мутировать и быть не опасной, а может и стать раковой. Но это не имеет значения. Если нет смайлика, то клетка в любом случае уничтожается. Вы так доходчиво и очень оригинально все объяснили. Спасибо. Так хорошо упростили, что мне стало все понятно. Вы упомянули пару названий. Нейтрофилы и НК-клетки, или естественные клетки-киллеры. Также вы упомянули Т-лимфоциты, цитотоксичные Т-лимфоциты. Что это значит? Цитотоксичные происходит от слова «цито», то есть «цитоплазма». Это означает, что нечто, если оно цитотоксичное, атакуя клетку, разрушает ее, и тогда внутренности клетки, то есть цитоплазма, выходит наружу. И к таким клеткам относятся, например, наши естественные клетки-киллеры, работа которых заключается в том, что они атакуют клетки, не имеющие смайлика, то есть метки, что клетка нормальная. С каждым ударом клетки-киллеры выделяют химические вещества в мембрану атакуемой клетки до тех пор, пока она не прорвется, и жидкое нутро, то есть цитоплазма, не выйдет наружу. То же самое делают Т-лимфоциты. Разница в том, что естественные клетки-киллеры неспецифичны.
Им без разницы, вирус ли это герпеса 1, герпеса 2 или какой-то другой вирус. Другими словами, они действуют на любые патогены. И в целом им не нравится все, что не имеет смайлика, то есть метки, что клетка нормальная. В свою очередь, цитотоксичные Т-лимфоциты натренированы на специфический след. Так, цитотоксичный Т-лимфоцит, который атакует герпес 1, не будет атаковать цитомегаловирус, не будет атаковать резиолу и не будет атаковать герпес 2. То есть одна клетка, одна цель. Б-клетки — это лимфоциты, и Т-клетки — это лимфоциты. На результатах анализа крови у нас есть обозначение CD4, это клетки Т4. Также есть обозначение CD8, это клетки Т8, и они еще подразделяются. Представьте клетки Т4 как генерала, который сидит на вершине холма и следит за происходящим, а войска передвигаются туда и сюда и передают ему информацию. Он также имеет пару помощников-полковников. Они называются Т-клетки-помощники. Это тоже лимфоциты и их два вида. Подразделение Т1 помощников и подразделение Т2 помощников. Теперь эти полковники становятся ответственными. Т2 помощники управляют всеми Б-клетками и производством антител. А Т1 помощник будет управлять уничтожением клеток, которое осуществляется с помощью цитотоксичных Т-лимфоцитов. Он также поможет с лимфоцитами, у которых есть память. К примеру, если у вас была корь или свинка, вы никогда больше не заболеете ими снова. Почему? Потому что для тех Т-клеток, несущих память, также нужны Т-клетки, супрессоры, подавители активности. Нам не нужна иммунная система, которая только воюет, убивает и разрушает из-за избытка воспалительного процесса. Вы не захотите постоянно жить в зоне боевых действий. Поэтому клетки-супрессоры скажут: «Эй, остынь немного, мы выиграли это сражение, теперь пойдем домой, отдохнем и наберемся сил, пока не понадобимся для новой битвы». Таким образом, Т1 помощники следят за всем этим, а также управляют всеми неспецифическими клетками, такими как макрофаги, нейтрофилы и естественные клетки-киллеры. Как они ими управляют? С помощью цитокинов, биохимических передатчиков. Представьте себе их как химические электронные письма или факсы. И важны не только сами клетки, но и взаимодействие между ними. И, между прочим, все это работает автоматически, без участия нашего сознания. В каждой такой клетке намного больше мудрости, чем во всех библиотеках, в которых я когда-либо был или еще только когда-нибудь буду. Я думаю, что это очень здорово. Я уже не молод и помню, как президент Никсон обещал, что через 10 лет мы найдем лекарство от рака. Очевидно, он не был силен в математике. Ну и где оно, и вообще, возможно ли оно, это лекарство от рака? Я не настолько умен, чтобы утверждать, что оно у меня есть, я не претендую на это. Но я знаю одно, и я убежден в этом. Чтобы преодолеть рак, чтобы предупредить его, чтобы повернуть его вспять, если вы уже заболели им, в этом случае иммунная система будет играть главную роль. Доктор Кит, давайте поговорим об иммунной системе, о белых кровяных клетках и воспалительных процессах, так как все это связано с раком. Да, давайте. И один из вопросов — это какова основная теория рака? Как вы знаете, существуют разные теории. Теория о стволовых клетках, метаболическая теория и так далее. Но, безусловно, большинство людей, и я в том числе, считает, что рак — не что иное, как заболевание иммунной системы. И я считаю, что в нашей сегодняшней жизни невозможно остановить процесс превращения клетки в нездоровые, так как сейчас в нашей жизни просто слишком много токсинов. Но здоровая иммунная система способна очень быстро идентифицировать такие больные клетки и уничтожать их. Итак, в самом прямом смысле, рак — это заболевание иммунной системы.
Поэтому необходимо делать все возможное, чтобы помогать нашей иммунной системе, что включает в себя правильное питание, которое будет ее укреплять. Также это означает исключение стрессов, мешающих нормальной ее работе, которые, кстати, являются провоспалительными по своей природе. Определенная пища также является фактором, способствующим воспалению. Сюда уже можно отнести различные химикаты, такие как пестициды, загрязнители окружающей среды, которые находятся в такой еде. Также не забывайте про токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, свинец. Они также сильно способствуют воспалению. Поэтому очень важно разгружать нашу иммунную систему от этих факторов. Я должен сказать, что наши эмоции также могут быть связаны с воспалительными реакциями. Иммунная система нагружается даже в том случае, когда человек расстроен, грустит или подавлен чем-либо. Я считаю, что это является важнейшим фактором рака. По большому счету, все, что способствует воспалению, способствует и раку. Но тем не менее, мы можем это контролировать. У нас есть масса возможностей для этого. Например, употреблять антиоксиданты, фитонутриенты, которые противостоят воспалению. Но лучшая стратегия – это избавиться от факторов, запускающих раковый процесс, таких как способствующие воспалению пища и токсичные тяжелые металлы. Это следует делать всем нам, и, как я часто говорю, любое действие, укрепляющее здоровье, это противораковое действие. Ослабленная иммунная система позволяет раковым клеткам быстрее расти. Таким образом, между ними существует взаимосвязь. И этим объясняется то, что многие лечебные протоколы, которые используют специалисты, включают противогрибковые меры. Потому что если уменьшить грибковую нагрузку на иммунитет, то это его укрепляет. А ведь иммунная система — это и есть как раз то, что излечивает нас, убивая рак. Если вы посмотрите книгу «Один на один с раком», то там сказано, что химиотерапия и радиация не могут вылечить рак. Клеточная кинетика этого не допускает. Это просто не может произойти. Это похоже на то, как мы используем антибиотики. Антибиотики ничего не лечат. Они лишь могут уменьшить число микробов до уровня, когда ваша иммунная система сможет справиться. Так что это ваша иммунная система излечивает, а не антибиотики. Нам следует понимать, что то, что излечивает рак, является нашей иммунной системой. Доктор Робби, не могли бы вы объяснить связь между жировыми клетками и раком? Что касается связи между жировыми клетками и раком, то нам следует различать нормальные жировые клетки и жировые клетки, которые образуются в результате воспалительного процесса. Потому что, как вы знаете, нормальные жировые клетки не обязательно являются канцерогенными. Воспаление канцерогенно. Воспаление — это борьба между клетками вашего иммунитета и какой-либо гадостью. Это может быть вирус, это может быть бактерия, это может быть грибок, это может быть рак. Помните начало войны в Ираке и эту военную операцию «Шок и трепет»? Это очень похоже на то, когда иммунная система борется с бактерией, вирусом или грибком. Так что нашу иммунную систему можно сравнить с военной армией, потому что она тоже имеет различные виды войск или солдат. Это Т-клетки, клетки-убийцы, макрофаги, макроциты и так далее. Клетки в печени и специальные клетки в каждом виде ткани нашего организма, которые являются часовыми на посту и следят за тем, что если что-то пойдет не так, то они срываются с цепи и используют всевозможные средства массового поражения для исправления ситуации. Так что, когда у вас поднимается температура, когда вы краснеете, когда у вас понос или насморк, или слезятся глаза и все такое, то это вызвано не патогенами. Это происходит от биохимических веществ, которые выделяет ваша иммунная система. Раньше я был врачом скорой помощи, и могу вам сказать, что эти вещества настолько сильны, что могут очень быстро вас убить. И этот процесс называется анафилактическим шоком. Поэтому, если у вас анафилактический шок, то это следствие производства иммунной системой всех этих средств массового уничтожения. И если вам не будет оказана неотложная помощь, вы очень быстро погибнете. Так что мы должны знать, что иммунная система имеет очень мощное оружие. Поэтому в состоянии более благоприятном, чем анафилактический шок, когда у вас повышается температура, появляется покраснение и так далее, ваша иммунная система постоянно выделяет некоторые химические вещества, которые делают среду не очень благоприятной. Неблагоприятной для бактерий, но также неблагоприятной и для клеток человека. Таким образом, это создает токсичную ситуацию, и через определенное время клетка человека постарается защитить себя.
Один из химических элементов, который производится в процессе воспаления, называется фактором роста. Факторы роста обладают таким же эффектом, как эстрогены, и эстрогены в целом вызывают клеточную гиперплазию, о которой мы говорили ранее. Это когда одна клетка быстро делится на 2, затем на 4, на 8 и так далее по экспоненте. Так что жировые клетки, рожденные в воспалительной ситуации, эти клетки связаны с образованием рака. Вы упомянули про эстрогены. Эстроген — это гормон, который имеется только у женщин, а мужчина имеет только тестостерон, или мы все имеем оба гормона? И какая разница между гормонами у мужчин и у женщин? Также я бы хотел спросить о влиянии эстрогена на рак. В молекулярном аспекте нет разницы между гормонами у мужчин и у женщин. У женщин есть тестостерон, а у мужчин есть эстроген. И те, и другие имеют прогестестерон и кортикостероиды. Разница лишь в количестве. У женщин больше эстрогена, а у мужчин же больше тестостерона. Но женщины имеют больше эстрогеновых рецепторов, а мужчины имеют больше тестостероновых рецепторов. То есть суть в соотношении между рецепторами и гормонами. Например, я могу сделать женщине инъекции тестостерона, но при этом она никогда не сможет стать такой большой, как мужчина, потому что не имеет столько рецепторов, сколько мужчина. Или мы можем давать эстрогены мужчине, но мы не сделаем из него женщину, потому что у него не будет рецепторов для этих эстрогенов. Все мы продуцируем одни и те же молекулы для эстрогенов, тестостерона, дигидроэпиандростестерона, их предшественника, прогестестерона и других гормонов. Важно, чтобы мы понимали следующее. Одна из фармакологических характеристик эстрогена — это то, что он заставляет клетки делиться. Это очень важно во время беременности, потому что плод должен расти. И во время беременности уровни эстрогена очень высоки, и поэтому мы имеем значительный рост плода. Другие клетки, если они подвергаются воздействию высоких уровней эстрогена, также могут начать расти быстрее. Так, при раке груди, раке простаты и других видах рака, если уровни эстрогена повышены, или если мы подвержены воздействию более сильных эстрогенов, я имею в виду экологические эстрогены, то тогда рак может развиваться быстрее. Вовсе не обязательно, что наши внутренние эстрогены вызывают рак. Но они могут способствовать раку, например, как этому способствует инсулин. То есть они могут, образно выражаясь, сделать огонь более жарким. Отличное сравнение. То есть это все равно, что лить бензин на огонь, когда вы имеете уровень эстрогена выше, чем надо? Правильно. Во многих статьях мы сегодня читаем об эффекте так называемых ксеноэстрогенов, которые являются фиктивными эстрогенами из окружающей нас среды. Не могли бы вы немного рассказать об их связи с раком? Все верно, и это одна из причин, почему мы имеем так много случаев рака на Западе, чего не было раньше. Мы видим это сейчас и в развивающихся странах тоже. Подвергая себя воздействию этих экологических эстрогенов и фармацевтических эстрогенов, мы тем самым льем бензин на огонь. Некоторые инсектициды, пестициды, фунгициды, которые сейчас используются, имеют эстрогенный эффект. Мы их называем ксеноэстрогенами, где ксено означает «чужой», то есть это чужеродные эстрогены. Их влияние на нас долгосрочное, поэтому нам следует думать об экспозиции к эстрогенам в течение всей жизни. Как мы это делаем с экспозицией к радиации? Я поясню, что это значит. Например, если вы рентгенолог, вы должны носить маленький значок, показывающий количество радиации по счетчику Гейгера, который вы получаете в течение жизни. И по достижении определенного уровня вам больше нельзя будет работать с радиацией. Также и с эстрогенами. Существует определенный уровень воздействия эстрогенов, полученных в течение жизни, который повышает риски развития различных видов рака. А вы, как человек, производите эстрогены. Мужчины производят эстрогены, и женщины производят эстрогены, но женщины больше.
Поэтому, если мы к этому еще добавим и экологические эстрогены, то они увеличивают жизненную экспозицию к эстрогенам. Если вы принимаете контрацептивы, это также увеличивает количество эстрогена, которым вы подвергаетесь в течение жизни. Если вы принимаете синтетические гормонозаменители после менопаузы, это также увеличивает количество эстрогена в нашей жизни. Если у вас излишний вес, который означает и много жировых клеток, рожденных от воспалительного процесса, где есть факторы роста, это тоже увеличивает количество эстрогенов в вашей жизни. То есть, когда мы говорим об эстрогенах, это значит, что они обладают кумулятивным эффектом в противоположность одноразовому, верно? Информация, которую дал доктор Митчелл, действительно намного открывает глаза. Эстрогены только ухудшают ситуацию, когда дело касается рака. Далее я стал исследовать вопрос пестицидов в еде и их возможном влиянии на рак. Давайте поговорим о пестицидах и раке. Что я узнал от врачей, так это то, что пестициды перенасыщают организм эстрогенами. Вы можете что-нибудь к этому добавить? Да, давайте поговорим о том, что нарушает работу эндокринной системы. В действительности гормональная система — это совершенная система. Но есть вещества, которые находятся в нашем организме в очень малых концентрациях, например, 1 к миллиону, 1 к миллиарду и даже 1 к 150 миллиардам. Но несмотря на это, некоторые из них, например, пестициды, попав к нам в организм, разрушают гормоны даже при простом контакте. Во многих отношениях пестициды подобны гормонам, потому что они специально созданы для того, чтобы разрушать репродуктивную систему у насекомых для использования в сельском хозяйстве. То есть они имеют большой эффект как в макросреде, так и в нашей внутренней среде. И когда мы вмешиваемся в работу эндокринной системы, мы нарушаем нормальный метаболизм, который поддерживает нашу функциональность и жизнедеятельность. И это также относится к энзимам или ферментам, потому что пестициды, помимо того, что они нарушают работу эндокринной системы, также разрушают эти энзимы, являющиеся незаменимыми элементами нашей системы жизнеобеспечения, несмотря на такое малое их количество в организме по сравнению с другими веществами. И поэтому даже при малых концентрациях пестициды не только нарушают работу эндокринной системы, но они также разрушают энзимы и нашу способность расщеплять пищу до необходимых элементов и из этих элементов составлять другие необходимые элементы. Поэтому пестициды нарушают усвоение пищи, а также нарушают нашу функциональную целостность. И все это дает начало раку, который мы пытаемся предотвратить. Именно поэтому мы должны контролировать все, что попадает в наш организм. Вы не сможете победить рак, употребляя напичканную пестицидами пищу, но вы употребляете эти токсичные загрязнители с самого первого дня, каждый день. Вы никогда не сможете их избежать, потому что вы о них не знаете. Часто они незаметны, они попадают в наш организм через еду с пестицидами. Также они попадают через другие загрязнители, например, через воду, если ее не очищать должным образом. Через определенное время эти пестициды истощат минеральные запасы организма. Такой дефицит минералов проявляется не сразу, как это бывает при острой их нехватке, например, при цинге или бери-бери. Но спустя время эти состояния диагностируются современными врачами как болезни с определенными названиями и лечатся, как будто у человека дефицит какого-то запатентованного лекарства, одобренного FDA. Это же абсурд. Но у нас нет дефицита лекарств, нет вообще такого понятия, как болезнь, вызванная недостачей какого-либо лекарства. К тому же, вместо одного симптома, который вы убираете при помощи лекарства, вы добавляете 10 новых, так как на эти токсичные лекарства ваш организм должен выделить еще минералы, чтобы нейтрализовать, связать и потом вывести эти токсины из организма. То есть, истощая запасы минералов в организме, вы снижаете его защиту. Ваша иммунная система становится более разрегулированной, и теперь токсины могут распространяться беспрепятственно. И на этом уровне они вмешиваются в метаболическую функцию каждой клетки организма. И если у организма еще остаются силы, он собирает все эти токсины в клетках определенных тканей и инкапсулирует их в опухоль. Но чаще всего мы теперь наблюдаем систематический рост опухоли, так как у нас не осталось таких необходимых минералов, как кремнезем, необходимый для целостности соединительной ткани. Именно это удерживает опухоль, или, скажем, рак, от метастазирования, так как он проедает свой путь через соединительную ткань. Как вы видите, существует множество аспектов, касающихся токсинов, и их нельзя рассматривать без фактора питания и минерального фактора. Они идут рука об руку. Расскажите, какой эффект имеют экологические токсины на нашу иммунную систему, потому что я постоянно слышу от тех врачей, у которых я беру интервью, что рак не может существовать у тех, у кого здоровая иммунная система. Что вы скажете об этом? Итак, токсины воздействуют на печень, так как печень является основным органом детоксификации, после чего токсины связываются и выводятся либо через толстый кишечник, либо через почки.
И если печень не справляется, то вполне естественно, что то, что попадает затем в почки, попадает туда в таком виде, что почки не могут справиться, и как следствие токсины будут циркулировать по организму, и тогда он будет вынужден их где-то накапливать. По большей части мы взаимодействуем с этими токсинами через желудочно-кишечный тракт и пищеварительный канал, поэтому все эти токсины будут влиять и на микрофлору кишечника. Микрофлора — это основа иммунной системы. Печень и кишечник составляют примерно 70% всей иммунной системы. И когда мы нарушаем нашу здоровую микрофлору, когда мы негативно воздействуем на положительную кишечную экологию, мы нарушаем наше нормальное взаимодействие с внешним миром. Дело в том, что технически наш пищевой канал от рта до ануса представляет собой трубку, которая, по сути, не является частью нашего тела, несмотря на то, что она внутри нас. По ней проходят элементы внешней среды, и только эпителиальный барьер, ваша эпителиальная целостность, является главным фактором, предохраняющим вас от веществ, которые не должны попадать внутрь организма, включая все эти токсины и даже отходы метаболизма. И когда этот барьер нарушен токсинами, консервантами, красителями, вкусовыми добавками, пестицидами, гербицидами, фунгицидами, ГМО-ингредиентами, и тяжелыми металлами, особенно такими как ртуть, этот барьер в конце концов дает брешь. Это способствует воспалительным процессам, создается неблагоприятная среда для наших бактерий и благоприятная для размножения дисбиотических бактерий. И вот у нас уже и кандиды, и молочница, увеличенный рост бактерий и всякие другие формы кандиды. Просто удивительно, как мы вообще умудряемся выжить, ведь столько всего нарушается в нашем организме. Это еще раз подтверждает, насколько устойчивыми мы были созданы, что мы выдерживаем такие атаки. Но тем не менее, у нас есть свой предел, и мы его достигаем, когда токсины в конце концов подавляют нашу способность их нейтрализовать, и их накопление не может больше сдерживаться. И вот тогда-то мы и получаем нарушение регуляции нашего организма, и все эти токсичные клетки просачиваются, так как наша иммунная система просто не может служить сдерживающим барьером, именно из-за всех этих токсинов в печени, в кишечном тракте и так далее. Вот где происходит сбой в нашей иммунной системе, в первую очередь в кишечнике и также в печени. Поэтому я всегда начинаю свое лечение с работы над печенью и кишечником. И тогда нам не нужно пытаться угнаться за различными симптомами и проявлениями болезни, так как мы начинаем восстанавливать и пациента, и его внутреннюю среду как источник проблемы. Наша иммунная система очень сильная. Это первая линия нашей обороны против бактерий, вирусов, патогенов и раковых клеток. И этого многие люди не осознают, то, что иммунная система очень мощная. Она выполняет сотни различных функций в организме, и в вашем распоряжении миллиарды и миллиарды иммунных клеток. Я представляю нашу иммунную систему, как в фильме «Звездные войны», где показаны галактические сражения, потому что иммунная система действительно способна делать невероятные вещи. Одна из иммунных клеток выстрелит специальной частицей, которая разорвет вирус в раковой клетке. Другая иммунная клетка выделит специальный химический яд, от которого умрут патогены. Другие иммунные клетки направят на патоген или на раковую клетку длинные, липкие, вязкие куски вещества, которые их охватят, переварят и утилизируют их части. Так что иммунная система очень сильна. И очень важно знать, что 80% нашей иммунной системы находится в слизистой оболочке нашего кишечника. Поэтому, если у вас нездоровый кишечник, если вы кормите свой организм фастфудом или продуктами из типичной американской диеты, то ваша иммунная система сильно пострадает. Вот это да. Вы сказали, что 80% иммунной системы создается слизистой кишечника. Могут ли антибиотики иметь отношение к ослаблению иммунной системы, которую мы сегодня повсеместно наблюдаем? Конечно, это антибиотики, которые нам прописывают врачи, также они есть в молочных, животных и других продуктах питания. И, несомненно, все они негативно влияют на нашу микрофлору и делают нас более уязвимыми и менее защищенными. Расскажите о роли, которую экологические токсины играют в происхождении рака. Экологические токсины играют огромную роль. Я была просто шокирована, когда услышала эти цифры. По оценке Управления по охране окружающей среды, только в США производится более 35 миллионов тонн химикатов каждый день. Каждый день. 35 миллионов тонн, и это только за один день, и только в США. Как можно вообще себе это представить? Если вы посмотрите на экологическую токсичность, то это огромная проблема, потому что многие химические вещества загрязняют нашу воду, нашу пищу и воздух, которым мы дышим.
И многие из них вызывают рак. Многие из них подобны эстрогену, который усиливает рак. Многие из них нарушают гормональный обмен в организме, и это вызывает много проблем. Так что если смотреть на это с макроперспективы, то это огромная проблема. Следующая угроза — это ЭМП, то есть электромагнитные поля и так называемое грязное электричество. Для тех, кто сомневается, что ЭМП является проблемой, я рекомендую зайти на сайт bioinitialactivereport.org. Там вы узнаете, что 27 ученых из разных стран обработали информацию, собранную за 10 лет, и сделали заключение, что ЭМП вызывает рак, опухоли мозга, нарушает работу иммунной системы, подавляет репродуктивную функцию организма, влияет на ваш сон и память. Так что ЭМП — это огромная проблема. И этот фактор называют одним из самых коварных вредоносных факторов на планете, потому что мы его не видим, мы его не чувствуем, у него нет вкуса, но он влияет на нас 24 часа, 7 дней в неделю. К примеру, если мы зайдем на сайт antennasearch.org, то там можно узнать количество антенн в радиусе 6,5 километров от этого офиса. Если мы вставим наш адрес, то мы увидим, что в радиусе 6,5 километров от нашего офиса мы имеем 91 вышку сотовой связи и 144 антенны. Wow. Если вы посмотрите большие города типа Атланты, то увидите сотни, две сотни, три сотни, четыре сотни мобильных вышек всего на нескольких квадратных километрах. Так что мы в буквальном смысле плаваем в электромагнитных волнах и электрическом смоге. То есть, говоря об ЭМП, мы говорим об электромагнитных частотах, которые нарушают нормальный поток энергии в организме, так? Абсолютно точно, потому что если электромагнитные волны могут проходить через стены, то представьте себе, что они делают, когда проходят через тело. Это наносит ущерб организму, и этот ущерб накапливается. Продолжая говорить об экологической токсичности, давайте сделаем шаг ближе в сторону нашей среды обитания и посмотрим, что находится в наших домах. Просто загляните под вашу раковину, на ваши полки, подсобки. В обычном доме будет более 1000 химических токсинов, чистящие вещества, аэрозоли, искусственные свечи и так далее. И все эти вещи делают ваш дом экологически токсичным. Давайте приблизимся еще на один шаг и посмотрим, чем люди мажут свою кожу. Средний человек получает 167 химических веществ в день от своих лосьонов и мазей. Все, что попадает на кожу, проникает непосредственно в организм. И опять же, многие из этих химических веществ находят в опухолях, потому что они нарушают естественные процессы организма. Сделаем еще шаг глубже, в нашу собственную внутреннюю среду. Если ваш организм перегружен сотнями химикатов, которые он обрабатывает каждый день, если вы недостаточно пьете воды и ваши почки не дорабатывают, если у вас запоры из-за нездорового питания, то у вас не будет хорошей микрофлоры, и все эти патогены и токсины будут циркулировать в вашем теле. Поэтому, говоря о токсичности и рассматривая нашу среду обитания с макроперспективы, а также внутреннюю среду организма с микроперспективы, мы видим, что на всех этих уровнях мы перегружены токсинами. Поэтому мы должны занять проактивную позицию, чтобы узнать, как сделать детоксикацию нашего организма, изменить образ жизни и начать более правильно питаться. Какое отношение к раку имеет сахар? Сахар — это горючее для раковых клеток. В целом, раковые клетки имеют измененный метаболизм и измененную физиологию. Они не способны производить энергию в аэробном метаболизме, так как у них повреждены митохондрии. И поэтому они зависят от анаэробного, то есть бескислородного метаболизма, что в общем и есть расщепление сахара. Они используют сахар, расщепляя его, и при этом производят много продуктов распада, особенно молочную кислоту, о которой многие, наверное, слышали. Так, с помощью сахара раковые клетки производят большое количество кислоты и потребляют огромное количество энергии. Таким образом, когда мы исключаем сахар, мы отбираем у раковых клеток их основной источник питания. И это ослабляет их. И наоборот, когда мы в избытке снабжаем организм сахаром, это не только производит повреждения, наносимые свободными радикалами, что само по себе повреждает митохондрии и способствует развитию ракового процесса, но в то же время способствует увеличению развития раковых клеток в организме. Большинство людей не знает, что все мы имеем раковые клетки. Они образуются у нас каждый день, но обычно наша иммунная система контролирует и уничтожает их. Однако, когда наша иммунная система ослабевает, что является еще одним негативным следствием употребления сахара,
Раковые клетки начинают расти без их контроля нашим естественным иммунным ответом. Таким образом, мы делаем нашу иммунную систему слабее, а раковые клетки сильнее. Фактически мы помогаем раковым клеткам. То есть вы помогаете либо одному, либо другому. Вы можете помогать и усиливать иммунную систему, или кормить и усиливать рак. И я полагаю, что если бы все люди знали и понимали это, то очевидно, что они бы выбрали помощь иммунной системе, а не раку. Я рекомендую очень ограниченные в калориях кетогенные чистки. И хотя это кажется экстремальным, но это гораздо менее экстремально, чем химиотерапия. Думаю, все согласятся с этим. Это гораздо менее болезненно, имеет намного меньше побочных эффектов, но дает достаточно впечатляющие результаты из-за того, что вы морите рак голодом, тем самым ослабевая его, что позволяет иммунной системе выполнять свою работу. Давайте поговорим о сахаре. Вы упомянули о низком гликемическом индексе, диете с низким уровнем сахара и о том, какой позитивный эффект это оказывает на здоровье. Я уже неоднократно слышал о ключевой роли данного фактора в процессе создания нашего сериала. Почти каждый врач, занимающийся лечением рака, с которым я беседовал, говорит, что первое, что они рекомендуют своим пациентам, это исключить простые сахара, так как они кормят раковые клетки. В эти выходные я присутствовал на одной из презентаций, и один из выступающих, кажется, это был доктор Блок, сказал, что раковые клетки потребляют глюкозу в 20 раз больше, чем обычные клетки. Образно выражаясь, они втягивают сахар как пылесос. Мы постоянно видим, как в раковых центрах больным дают мороженое. О чем они там думают? 100 лет назад сахар был деликатесом, его потребляли очень мало и очень редко. Возможно, ваша мама изредка делала яблочный пирог, или вы покупали маленький десерт, или что-то подобное. Тогда люди употребляли в среднем примерно 2,5 килограмма сахара в год. Сегодня же это умопомрачительные 75 и более килограмм сахара на человека в год. Это очень высокий показатель. Фактически люди съедают за год количество сахара, равное своему весу. Так что сахар, о котором мы здесь говорим, является большой проблемой. Сахар вкусный, и поэтому все любят сахар. Мне тоже нравится сахар, но я ограничиваю его. Видите ли, сахар должен употребляться как развлечение. Условно говоря, есть строительные материалы, есть топливо и есть развлечения. Так вот, сахар — это развлечение. И в качестве развлечения время от времени можно употреблять сахар. Но сахар на 100% состоит из углеводов. И в течение 15 минут после потребления такой еды ваш лейкоцитарный индекс, который показывает, сколько патогенов ваши лейкоциты смогут обезвредить за час, понижается с 16 для каждого лейкоцита до 1,9 и держится на этом уровне в течение нескольких часов. То есть остается только 10% от того, что было? Да, 10%, и большинство этих пациентов уже имеют ослабленную иммунную систему. Некоторые методы лечения, которые они получают, опускают иммунную систему фактически до нуля, а затем к этому еще добавляют сахар, который питает проблему и также наносит прямой удар иммунитету. Эта комбинация просто разрушительная, и это требует переосмысления. Давайте поговорим о коррупции. Вы упомянули ее уже дважды. Как она проявляется в современной медицине? Следует различать медицину. Есть превентивная или профилактическая медицина, есть неотложная и травматическая медицина, а также есть медицина дегенеративных или хронических заболеваний. В плане неотложной помощи и при травмах современная медицина превосходит все остальное. Но вопрос профилактики, она невежественна. Что касается лечения дегенеративных заболеваний, то это просто преступление против человечества. И медики не говорят нам правды. Многие методы, которые они используют, просто вредны. Например, при лечении рака онкологи используют сахар, чтобы он доносил радиоактивную молекулу в раковую клетку, для того, чтобы можно было увидеть опухоль на рентгене или ПЭТ-скане.
То есть они используют сахар как троянского коня, потому что они знают, что сахар кормит раковую клетку. И несмотря на это, по окончанию химиотерапии, обычно они дают пациенту сладкое печенье, мороженое или конфеты. Это равносильно подливанию бензина в огонь. То есть фактически они убивают своих пациентов. А это значит, что эти онкологи виновны в преступлении против человечества. Сильные слова от неравнодушного человека. Я очень ценю его честность и искренность. Но я хочу пояснить, что мы не обвиняем врачей в целом, мы не обвиняем какого-то отдельного врача. Мы понимаем, что они делают все, что могут. Просто их научили неправильно лечить рак. И позвольте, я сделаю уточнение, которое Бартон тоже отметил. Лечение травм в США одно из самых лучших. И если сейчас в эту студию ворвется кто-нибудь с мачете и отрубит мне руку, я не побегу на улице искать гель алоэ вера, чтобы втереть его в открытую рану, а я отправлюсь в больницу, где замечательные хирурги будут меня оперировать и наверняка перешьют мне мою руку на место, и она, вероятно, снова станет работоспособной и полнофункциональной. То есть мы не отказываемся от медицинской системы в целом, и в лечении травм наша медицина на высоте. Но о чем мы говорим здесь, в этом документальном фильме, это о лечении рака и лечении дегенеративных болезней, а также о том, что врачи и медицинские специалисты были обучены неправильным методом лечения этих болезней. Я хочу подчеркнуть это, что мы не отказываемся полностью от врачей. Врачи замечательные люди, и, конечно же, мы их ценим. Расскажите вкратце о взаимосвязи между сахаром и раковыми клетками. Все раковые клетки имеют некоторые общие характеристики, и одна из них — это то, что рак является облигатным глюкозовым метаболизатором. Это означает, что он должен метаболизировать глюкозу, то есть сахар. Он существует только на сахаре. Другая характеристика, свойственная всем раковым клеткам, — это то, что рак любит анаэробную среду. То есть он развивается только в бескислородной среде. Рак не любит кислород, потому что тот действует как лекарство против рака. Другой характерной чертой рака будет процесс закисления. А в щелочной среде раку придется туго. Так что существует много общих характеристик, имеющихся у рака, и одна из них — это то, что он является облигатным глюкозовым метаболизатором. Таким образом, если вы сократите количество простых сахаров, вы тем самым сократите подпитку рака, и по этой причине я говорю о том, что нам следует сократить уровень потребления сахара. Иногда во время лечения, когда мы даем внутривенные жидкости раковым пациентам, я использую декстрозу. Это сахар. Зачем же я это делаю? Я использую его как троянского коня. Существует всего 5 веществ, которые могут проникнуть внутрь раковой клетки. Это вода, витамин С, сахар, рубидий и цезий. Как вы знаете, рецепторы для глюкозы, сахара и витамина С идентичны, морфологически идентичны. Таким образом, когда вы даете пациенту внутривенно витамин С, рак воспринимает его как сахар. Это открывает двери перед витамином С и позволяет ему пройти внутрь. Так что я использую сахар как троянского коня, чтобы провести витамин С и другие вещества внутрь клетки. Я использую этот способ как тип инсулинового потенциирования. Раньше я использовал инсулиновую потенциирующую низкодозовую химиотерапию, но уже 15 лет с 99 года, как я перестал ее делать. Но я все еще использую сахар как троянского коня, чтобы провести некоторые вещества в раковую клетку. Патрик Квиллин, мой хороший друг, в своей книге «Побеждая рак диетой», говорит, что 42-46% раковых больных умирают от кахексии, то есть от недостатка питания. А сколько онкологов касается вопроса недостатка питания? Ни один. И что они делают? Они дают людям сахар. А как вы знаете, раку совершенно необходим сахар для существования. Кстати, один из методов лечения — это уменьшение количества сахара, чтобы он не подпитывал рак. В действительности, онкологи просто льют бензин в огонь, надеясь, что это потушит его. Но это невозможно, и это происходит в 42-46% случаев. Теперь давайте посмотрим на другую статистику. От чего больные раком умирают на самом деле?
Обычно они умирают от какой-либо случайной инфекции, пневмонии, например, или инфекции мочевых путей, которая вызывает сепсис и так далее. Они также умирают от множественного поражения органов, потому что влияние опухоли на организм настолько велико, что он не справляется с сильно ухудшившимся составом крови. Поэтому, если вы хорошенько посмотрите на статистику, то именно от рака никто в принципе не умирает. Это последствия рака убивают людей. И если мы начнем понимать причины возникновения рака, станет ясно, почему один человек заболевает раком, а другой нет. Я говорил, что причина может быть генетическая. Но я считаю, и это мое личное мнение, что единственная вещь, которую сегодняшнее правительство сделало правильно, если не касаться политики, это президентский доклад о раке, вышедший в 2010 году, где они впервые в истории медицины признали, что рак — это экологическая проблема, и что им надо больше заниматься экологическими причинами рака. Этот 250-страничный доклад вы можете бесплатно скачать на нашем сайте. Главная суть его в том, что они наконец признали, что причиной номер один в происхождении рака является экология. До этого момента еще не было адекватного обращения к этой проблеме. Никто не говорил об этом, а именно это и является ответом. Подведу итог. Все болезни, а не только рак, вызваны нехваткой какого-то питательного элемента или токсичностью. Это может быть токсичность плюс нехватка или только токсичность. Но если вы можете решить оба этих вопроса, то вы на самом деле получите разрешение ситуации. Вместо того, чтобы потратить несколько минут на вопросы к больному, которые могли бы прояснить причины болезни, врач обычно сразу выписывает рецепт. Следует искоренять такой подход. Этиология — официальная научная фраза, которая означает причины болезни. Поэтому нужно спрашивать, какая была диета у больного, как регулярно был стул, какой продолжительности сон, было ли отравление ртутью, как насчет пестицидов. Мы до бесконечности можем говорить только о 100 триллионах микроорганизмов в нашем кишечнике. Их называют синотропы. Они, можно сказать, едят с нами за обеденным столом. Хорошо это или плохо, но они имеют огромное влияние на наше здоровье. Но медицина об этом ничего не говорит. В 1908 году Илья Мечников, который считается отцом современной иммунологии, получил Нобелевскую премию в медицине за работу по иммунной системе. Он изучал лактобактерии, и он сказал, что смерть начинается в кишечнике. И для многих больных это правда. И что же мы делаем? Мы даем наркотики, которые вызывают замедление нервных импульсов. С одной стороны, это хорошо, это снимает боль, но это также замедляет нервные импульсы, идущие к мышцам, что приводит к запорам. А если этот больной имеет дисбактериоз или нехватку дружественных микроорганизмов в кишечнике, то это еще больше усугубит проблему. Так что я считаю, что современная медицина должна смотреть в корень проблемы, вместо того, чтобы быть лишь бизнесом. Зарабатывать на здравоохранение — это нормально, но только в том случае, если это помогает людям. Вместо того, чтобы зарабатывать, скажем, на новом диабетике в течение 20 лет, а это четверть миллиона долларов, давайте попробуем его избавить от диабета. Давайте посмотрим, может быть, мы сможем устранить причину болезни. То же самое и при раке. Честно признаюсь, я не встречал другого доктора, который бы использовал так много различных методов лечения в одном месте. Вы правы. Вероятно, во всей Северной Америке нет другой такой клиники, которая имеет такой персонал, аппаратуру и спектр видов лечения. Потому что мы интересуемся не только тем, что есть в Соединенных Штатах, но и за их пределами, чтобы найти такие методы лечения, как, например, GC-MAF, который создан за пределами США. Поэтому мы получаем его из другой страны. GC-MAF? А что это такое? GC-MAF — это фактор, активирующий макрофаги. Макрофаги — часть нашей иммунной системы. Так, когда мы заболеваем, и я сейчас говорю не только о раке, но и о многих других хронических заболеваниях, у нас продуцируется фермент нагалаза, который блокирует нормальную работу макрофагов. А фактор, активирующий макрофаги, это вещество, которое можно давать в форме инъекций, ингаляции, орально и в самых разных случаях, от аутизма и до рака. Макрофаги — это такие клетки-пожиратели. И что же они пожирают?
Они пожирают все, что не нравится нашему организму. Например, вирусы, бактерии, грибки, химикаты и токсины. То есть все, что атакует наш организм и мешает ему нормально работать, а иммунной системе правильно функционировать. Весь так называемый успех химиотерапии и радиотерапии основан на уменьшении размера самой опухоли. Но ведь большинство этих опухолей имеют стволовые раковые клетки. Так, за счет других клеток опухоли они уменьшают ее размер. Это только симптоматическая разница. Это не убивает стволовые клетки, которые выживут, будут делиться и разнесут рак по всему телу. Они не занимаются ключевой проблемой. И что они сделали, это ослабили способность иммунной системы справляться с болезнью. Химиотерапия также повреждает и головной мозг. Она вызывает так называемый химиомозг. Это общепризнанное определение, и каждый онколог знает, что это так. Химиотерапия повреждает почки, она повреждает печень. Поэтому все, что делает химиотерапия, это повреждает системную способность организма к самовосстановлению и выведению токсинов. Именно поэтому эти виды лечения рака сами вызывают рак, что только на руку интересам онкологической индустрии, которая представляет собой индустрию прибыли. И сейчас она на подъеме как никогда. И ГМО-индустрия по факту может быть самым большим поставщиком больных для этой онкологической индустрии. И поэтому неудивительно, что у них очень похожие методы. Давление на ученых и их устрашение, подавление и цензура научной информации и затыкание рта любому, кто задает неудобные вопросы. Итак, с нами Элейн, и у нее несколько лет назад диагностировали рак. Расскажи, пожалуйста, о своей болезни, как ты лечилась и чем занимаешься сегодня. Да, спасибо, Тай. Итак, в феврале 2008 года, после 6-летней ремиссии, у меня продиагностировали лимфому Ходжкина 4-й стадии. Это был неожиданный рецидив. Болезнь покрыла меня отсюда до сюда. Мой онколог настаивал, чтобы я прошла традиционный протокол лечения, но я чувствовала своим сердцем, что это не для меня. Так что мы расстались, и я уехала в Мексику на лечение. Но когда я вернулась, у меня была большая проблема. Тогда я нашла заведение недалеко в округе Вашингтон, где мне провели некоторые виды нетрадиционного лечения и интегрированные протоколы. И примерно через 18 месяцев мне сказали, что у меня больше нет рака, и я в ремиссии. Но так как болезнь уже возвращалась однажды, то моя радость была очень тихой, потому что болезнь могла снова вернуться. И что же я сделала? Я встала на колени и обратилась к Богу. «Боже, я знаю, что я не умру, но только скажи мне, чему я должна научиться?» Таким образом, я начала свое исследование. Я сложила много фрагментов мозаики знаний вместе. Я узнала, что нет одного места, где можно было бы получить всю информацию. Так я прошла свой образовательный путь. И главное, что я узнала, это то, что мы должны заботиться о нашей иммунной системе. Мы должны привести наш pH в норму, и мы должны его сделать щелочным. Мы должны вести обогащенный кислородом образ жизни. И когда я это узнала, мой организм невероятно отреагировал на это. Я пристрастилась к зеленым сокам. Я полностью стала зависимой от этих зеленых соков, настоящих зеленых соков, потому что я не делаю фруктовые из-за наличия в них сахара. И сейчас мой pH щелочной. Так что я полностью поменяла свою жизнь и теперь помогаю другим людям разобраться в этих вопросах. И в январе 2012 мы основали организацию «Обновленная жизнь», где мы делаем экстраординарное здоровье легко доступным. Я преподаю очень практичный курс по обретению настоящего здоровья. Я бы посоветовала всем, кто нас сейчас смотрит, создать твердый базис знаний и задаться вопросом, как я могу поддерживать нормальный pH и давать организму больше кислорода? И ответ всегда содержится в вопросе. И благодаря этому вы всегда будете чувствовать и выглядеть замечательно.
Сильное сегодня получилось выступление. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-то новое об иммунной системе, о том, как она работает и охраняет наш организм. И вы теперь знаете, как сахар ослабляет нашу иммунную систему. В следующей серии мы узнаем о тяжелых металлах, о том, как они влияют на иммунную систему, как влияют на нее другие экологические токсины, как насчет генетически модифицированных продуктов или стоматологических процедур. Весь этот спектр вопросов мы рассмотрим в следующей серии и узнаем, как лучше избегать эти токсины, а также поговорим о пище, которая ослабляет нашу иммунную систему. И, пожалуйста, помните, что рак не означает смертельный приговор. До встречи в следующей серии, и храни вас Бог!